15 ноября в дверь постучали офицеры и открыли, когда наши открыли двери, и сказали, что мы вас высылаем, и давайте собирайтесь, соберите вещи, да, и в центр села Занави пойдемте, и там подождите вы нас. Вот это тяжелое время, холод, зима, голод, нехватка пищи, нехватка одежды, да, и по пути очень многие наши умирали. Наши умирали и просто с вагонов выкидывали, офицеры приходили. Там есть умершие, спрашивали, если есть, то брали, выкидывали в снег.